Здравствуйте, с вами я, Елена Клещинская. И в рубрике «Швейная азбука» мы учимся шить правильно и красиво. Сегодня я вам расскажу об одном из бельевых швов – двойном. Для этого нам нужно прострочить машинную строчку на 4-5 мм от среза. Не забываем про машинную закрепку в начале строчки и в конце. Теперь нам нужно подрезать припуски, оставляя 2-3 мм около строчки. Аккуратно подрезаем. Таким образом. Теперь отгибаю детали. Выправляю весь припуск таким образом, чтобы шов был на ребро. И теперь прокладываю машинную строчку на 3-4 мм от края. Обрезаем нитки. У нас получился вот такой двойной шов. С этой стороны никаких нет срезов, и с этой стороны ничего не видно. Такой шов используется при изготовлении наволочек, постельного белья, а также, если нам нужно сшить изделие из очень легкой воздушной ткани, где даже оверлок может утяжелить шов. Сегодня вы узнали о бельевом шве, о другом бельевом шве я расскажу в следующем выпуске. Шейте сами, не бойтесь, и все у вас получится. До встречи!